Хлопушки, гирлянды, новогодние песни. Новый год, безусловно, любимый праздник и взрослых, и детей. В это время каждый хоть немного верит в чудо. И как же усомниться в волшебстве этого праздника? Гости и жители Альметьевска, придя в парк в этот день, словно попадали в сказку. Новый год стучится в двери! Новый год, мы в сказку верим! Новый год, прекрасный феи! Чудеса приходят в дом! Подарили альметьевцам праздничное настроение, подготовив сказочное представление сотрудники городского парка имени 60-летия нефти Татарстана. В этом году парк, как обычно, дарит альметьевцам прекрасную возможность отдохнуть всей семьей, вспомнить детство, прокатившись с ледяной горки, побродить в ледяном лабиринте. А настроение торжества подарят новогодние огни, в которых утопает весь парк. Вот только дети и их родители чуть не остались без Нового года. Коварная Баба-Яга поспешила похитить праздник. Но не тут-то было, остановили ее добрые сказочные персонажи. И в этой сказке, как и в любой другой, все завершилось благополучно. А уже позже настоящий Дед Мороз пригласил мальчишек и девчонок в хоровод возле главной героини предстоящих торжеств. Новогодние елки, украшенные огнями и гирляндами, зажигали елку, как обычно, сказочным заклинанием. А завершился праздник грандиозным фейерверком.